кто-то когда-то спрашивал, как я это делаю.
Ну а что, как бы обзор с разных сторон. Первую, точнее, вторую страницу я делала под подборку Синерджи. Вот лучше не надо под пару метров что-то такое делать, потому что как-то... Или под какой-нибудь очень нейтральный металл можно делать. Ибо мозг начинает мулыть, прислушиваться к тексту. И слегка можно налажать. Наделать ошибок. У меня тут домбара, ибо обычно я в пенте, клиню, и так и уже гимпе, а тут попробовала чисто с хамура уже, в принципе, о чем говорила, видео в каком-то. Сразу и клин, и иди делать. Ну, вот именно с третьей страницы я сначала клиню облачко и тайпю, а не полностью страницу, потом уже. Я помню, что как-то кто-то просил, я правда не поняла, или это надо мне было доказать человеку, что я действительно таким занимаюсь, или человеку было интересно. Я и кисточкой-то в гимпе научилась пользоваться совершенно недавно. Но в основе, благодаря тому, что я делаю обложки сейчас, практически всегда для видео, именно в гимпе. И чаще не на основе фотки сродни видео, а чисто от балды. Кстати, что прикольно, мышка подарочная от подписчика и коврик из Китая под эту мышку, подарочный от другого подписчика. И свечка от третьей подписчицы. И вот что прикольно, ну или удивительно, или как факт даже, ошибка на этой странице в английской версии, которую я вообще в Google Play оба тома покупала два года за монетку. Если у вас хорошо с математикой, то вы ее, в принципе, могли бы сразу заметить, ну, будучи на моем месте. Даже вот, ЯП 79, я думаю, там видно на компьютере, и здесь 70, English, там late.
Ну, я думаю, одной странички хватит.